Мир в Чебоксарах. Сегодня, 4 февраля, в столице Чувашии начал вещание новый радиоканал «Мир». Он принадлежит межгосударственной телерадиокомпании с одноименным названием. Напомним, тестовое вещание велось с декабря прошлого года, а сегодня символическую кнопку нажали глава Чувашии Михаил Игнатьев и председатель телерадиокомпании Радик Батыршин. Приветствую на чувашской земле. Информационно-музыкальная радиостанция «Мир» круглосуточно вещает в разных уголках мира. Ее слушают не только в России, но и в республиках Беларусь, Кыргызстан, Армении, даже в Прибалтике, рассказал Радик Батыршин на встрече с главой Чувашии. Сегодня к большой аудитории слушателей присоединились Чебоксары и Новочебоксарск. Председатель межгосударственной телерадиокомпании «Мир» признался, что в эфирной сетке найдется место для программ с национальным колоритом. Совсем недавно одну из радиопрограмм посвятили нашему легендарному земляку Василию Чапаеву. Тематическое направление будет развиваться и дальше вместе с новыми электронными технологиями. В России начался официальный переход на цифровое телевещание. И отрадно, что именно в это время в Чувашской республике сегодня стартует вещание «Радио Мир». Россия будет продолжать дальше двигаться по пути цифры, как требует от этого наш президент Владимир Владимирович Путин. Это нужно для выхода на новый уровень развития экономики и социальных отраслей, нужно для удовлетворения информационных прав наших граждан, граждан России. Кстати, съемочная группа телекомпании «Мир» в Чебоксарах снимала сюжет не только про открытие радио. В эфире уже появились сюжеты про чувашские народные традиции. А в ближайшее время зрители увидят большое интервью с главой республики. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика.